Тверской певец стал участником шоу «Голос». 30-летний Ренат Альбиков прошел слепые прослушивания. Кого из наставников он выбрал и какие дальнейшие планы вокалиста, выяснила наша съемочная группа. Это уже 8-й сезон популярного шоу талантливых вокалистов. Продемонстрировать свой талант решил и тверичанин, 30-летний Ренат Альбиков. Детство у меня прошло на речке. С 8 лет и до 13 я занимался греблей. Все время приезжал практически последним, потому что я ехал на лодке и пел. Первым, кто заметил мой талант, это моя учительница по музыке. И она начала меня внедрять в музыкальную сферу, первые концерты, первые награды. Для слепых прослушиваний молодой человек выбрал композицию «Вернись в Соренто». Рената выбрали сразу два наставника проекта – Сергей Шнуров и Полина Гагарина. Это было очень круто. Вы показали практически все свои возможности, но я раскрою остальные. Спасибо, Полина. Тверичанин решил остаться в команде Полины Гагариной. Уже через несколько дней начнут репетиции с наставником, которого, как отметил Ренат, он выбрал по интуиции. Дмитрий Нагиев, в свою очередь, дал свои советы исполнителю. Будет гораздо сложнее. Там на том, на чем привык выезжать, не получится. Да, придется поработать, придется удивить чем-то, поэтому будь готов. Ну, а наш телеканал желает удачи тверскому музыканту.